Пункт отбора на военную службу по контракту третьего разряда в Ханты-Мансийске признан лучшим в стране. Ежегодный конкурс проводит Управление кадров Министерства обороны России. Все пункты отбора оцениваются по ряду критериев. Общей исполнительности личного состава, укомплектованности штата, также оценивают само помещение пункта. Ханты-Мансийский пункт один из первых в стране стал работать в режиме одного окна. Именно здесь можно подать заявление на контрактную службу, пройти медицинский осмотр и оформить документы. Все это в одном месте и за один день. Ну а главный критерий – результативность, которая выражается в количестве заключивших контракт. План перевыполнен. Пункт отбора Ханты-Мансийск выполнил его с доблестью, с перевыполнением. Но скажу, что на 146%. Вручение происходило в Москве, в Главном управлении кадров. Вручал заместитель начальника Главного управления кадров генерал-лейтенант Бобров. Полицейские Югры продолжают проверять мигрантов, в частности, законность их нахождения на территории России и трудоустройства. На сегодняшний день уже проверено более 3000 объектов транспорта, строительства, торговли, промышленных зон, жилого сектора и места компактного проживания иностранных граждан. Органами дознания возбуждено 58 уголовных дел за организацию незаконной миграции, фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранцев. Статистика продолжает расти, ведь рейды проводятся ежедневно. Например, вот данные по одному из последних. В течение суток полицейские Югры проверили 640 объектов социальной и бытовой инфраструктуры, в числе которых 148 мест компактного проживания иностранных граждан, 339 объектов общественного транспорта, 51 рынок, 33 объекта общественного питания и 18 строительных площадок. По результатам проверочных мероприятий выявлено 103 административных правонарушения, 30 из которых влекут выдворение иностранных правонарушителей за пределы Российской Федерации. Аэропорт Сургут отмечает свое 30-летие. Воздушная гавань самого крупного города Югры принимает и отправляет пассажиров в различные города не только России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. А это более 50 направлений. Сейчас здесь трудятся больше 1000 человек. Работают представители 16 трудовых династий. В силу своего географического положения и наличия разветвленной маршрутной сети, аэропорт обслуживает значительное количество пассажиров из соседних регионов. Является основным запасным аэропортом для воздушных судов, следующих в Нижневартовск, Ханты-Мансийск и Тюмень. По перевозке пассажиров воздушная гавань входит в первую двадцатку крупнейших аэропортов страны. Является первым аэропортом в Югре по объемам перевозок. По итогам 2023 года аэропорт преодолел исторический рубеж по обслуживанию пассажиров – 2 147 448 человек. Сегодня Сургут в ожидании реконструкции аэропорта. В планах создать новый комплекс, который станет одним из самых современных и комфортабельных в Югре. Уже 400 пациентов прошли обследование на новом аппарате компьютерной томографии в Ханты-Мансийской ОКБ. Диагностику на нем запустили с февраля этого года. Уникальное оборудование имеет расширенную зону исследования, а качество изображения существенно выше. И это при минимально возможной дозе радиофармпрепарата. В основном позитронно-эмиссионная томография как в России, так и во всем мире применяется для диагностики онкологических заболеваний. Это 90% опухолей, а также выявление патологии сердечно-сосудистой системы. Оборудование закуплено на средства округа. И, как отмечают врачи рентгенологического отделения, наличие этих моделей в больницах страны можно пересчитать по пальцам одной руки. В этом аппарате под КТ новая система, новая конструкция детекторов, которая представлена кольцевидно, то есть имеется 5 колец, с высоким разрешением, высокой чувствительностью. Тем самым при сканировании и исследовании пациентов мы уменьшаем дозу, лучевую нагрузку на пациента и уменьшаем время сканирования пациента. И, соответственно, высокое разрешение позволяет врачам-радиологам выявить более мелкие изменения патологические в органах и системах организма. В день на аппарате КТ обследуют до 18 человек. В среднем этап исследования занимает 5 часов с учетом введения радиофармпрепарации, сканирования и времени ожидания. Само сканирование проходит быстрее, до 30 минут.
С данным аппаратом мы переходим на другой уровень видения, да? То есть мы получили более точные, более качественные изображения, с которым мы будем ставить более точные диагнозы. Ну и в принципе он даст еще большую пропускную способность, то есть мы еще и сделаем доступней этот вид диагностики. Жители Когалыма выбирают территорию для обновления. Напомню, что рейтинговое голосование проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента. Когалымчанам предложены на выбор экотропа или сквер на Солнечном. Проект «Победитель» будут воплощать в следующем году. Кроме общественных мест, благоустроить можно и придомовую территорию. Желающим необходимо создать инициативную группу и подать заявку о включении адреса в муниципальную программу. Если жильцы согласятся на софинансирование, за счет средств городского бюджета во дворе установят новые скамейки, урны, фонари и отремонтируют дорогу. А для того, чтобы во дворе появились дополнительные парковочные места для автомобилей, велопарковки, детские игровые зоны, тренажеры, необходимо софинансирование собственников. Необходимо обратить внимание, что приоритетным условием участия в муниципальной программе является принятие собственниками помещений многоквартирных домов решения о софинансировании дополнительных работ в размере не менее 20%. И о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома для дальнейшего содержания. В 2022 году была создана площадка на Егорской 44. Ее передали в общедомовое имущество. И сейчас за содержание, скажем так, содержание осуществляет управляющая компания за счет средств собственников. В Нижневартовске появится первая топиарная парковка. Идея жителей микрорайона Прибрежная 1 вошла в число победителей окружного конкурса инициативных проектов. Необычную парковку с арт-объектами обустроят на улице Пикмана. Помимо топиариев, запланировано размещение копий экспонатов Нижневартовского краеведческого музея. Это позволит жителям и гостям города лучше узнать его историю. Отмечу, что из бюджета Нижневартовска на реализацию инициативных проектов в этом году выделено более 56 миллионов рублей. В Югре выпустят книгу, посвященную истории югорского лыжного марафона. С предложением сделать юбилейное издание обратился президент окружной федерации лыжных гонок Евгений Дементьев. Издательский дом «Новости Югры» приступил к работе над книгой еще осенью. Выпуск «Югорский марафон. Первые 10 лет» запланирован на апрель этого года. 150 страниц воспоминаний, историй и большое количество фотографий расскажут о рождении и развитии международного лыжного марафона. При поддержке Югры открыли клуб английского языка в Макеевке. Накануне в рамках реализации гранта губернатора округа в лицее номер 1 Макеевки состоялось открытие английского разговорного клуба «Успешный старт». К нему присоединились не только лицеисты, но и ребята из других школ. На первом занятии ученики составили правила, обсудили график и планы на ближайшие встречи. Руководитель клуба также отметила, что занятия помогут всем заинтересованным в изучении английского языка освоить спонтанную разговорную речь на высоком уровне. Югорские футболисты одержали победу на открытом кубке Тюменской области по футзалу. Речь сейчас идет о юношах. Так, юниор спорт, где футболистам только исполнилось 9 лет, одержали уверенную победу в первенстве. Они стали лучшими среди 18 команд. Сургутяне выиграли все матчи турнира и стали чемпионами в этой возрастной категории. Кроме того, индивидуальные награды получили Александр Эшемит как лучший игрок кубка. Лев Охраменок отметился среди защитников, а Владислав Лысенко, забив 30 мячей, стал лучшим бомбардиром. Отмечу, что обладателем Кубка Тюменской области стали юноши из Сургута, которые на год старше. Работники культуры – это такие профессионалы, которые все праздники проводят на работе. Новый год, 9 мая, поэтому обычно в их профессиональный день им дают отдохнуть. В этот раз в Сургутском районе на торжественном мероприятии по случаю Дня работника культуры концертную программу сделали минимальной. А вот поздравлений и слов «спасибо за труд» было много. Работники культуры получили из рук главы Сургутского района Андрея Трубецкого почетные грамоты и благодарственные письма. Всего за наградами приглашали на сцену 30 человек. Многие виновники торжества также были удостоены занесения на доску почета. Здесь, наверное, такие две категории оценки деятельности. Если это педагог, то, возможно, это каких результатов добился его ученик
конкурсах, фестивалях всероссийского международного уровня. Если ты директор, то твое учреждение должно добиться тоже определенных результатов. В Сургутском районе 19 учреждений, 3 музея, 6 больших школ искусств, библиотека в каждом поселении. У нас не так давно открылся, буквально несколько лет назад, в Барсово многофункциональный культурно-досуговый центр. Мы открыли в новом здании, но в новых условиях, Барсовскую детскую школу искусств, которую назвали Центром цифровых компетенций. У нас культура сегодня на очень высоком, серьезном уровне занимается объектами культурного наследия. И примером этому служит туристическая тропа человечности. Это такой, я считаю, вообще мегапроект, реализованный силами работников культуры в первую очередь. Скоро приступят к строительству музея на Барсовой горе. Начали возводить культурно-досуговый центр в Солнечном. При этом в Сургутском районе успешно решают кадровый вопрос. Специалистам, приехавшим из других регионов, полагается компенсация аренды жилья. Также с 1 января этого года оклады работникам культуры подняли на 20%. Наталья Соловьева, Владимир Ганьза, телерадиокомпания «Югра», Сургутский район. Югорчане назвали, от чего больше всего радуются на работе. Опрос среди экономически активных граждан провел сервис «Суперджоб». День перед отпуском и выплату премии 11% респондентов назвали самыми лучшими моментами. Еще 11% опрошенных считают, что каждый день на работе лучше. 9% больше всего запоминаются корпоративные мероприятия. 7% респондентов рады, когда завершают какой-либо проект. Примерно столько же воодушевляют высокие показатели в работе. И лишь некоторые самыми запоминающимися моментами назвали увеличение зарплаты и повышение в должности. По опросу среди других радостей трудящегося населения, смена руководства, автоматизация рабочих процессов, изменение графика работы, командировка, повышение квалификации, перевод на удаленку, отпуск непосредственного начальника.